Подходит к концу археологические исследования на участке по улице Ленинградская, 20. На протяжении всего периода раскопок обнаружено много братских захоронений начала XVIII века, когда наш город был центром Азовской губернии. Однако работа последних нескольких дней произвела сильное впечатление на археологов музея. И было отчего. Так, на площади менее 40 квадратных метров сотрудниками музея обнаружено свыше 60 человеческих скелетов. Около половины из них – детские. Больше всего, конечно, жаль детей. Стрельцов посылали сюда семьями, работных людей посылали сюда семьями. Но обеспечить их провиантом и, значит, жильем, в общем, особо не заботились. И мало того, что стрельцы не получали жалования вовремя, но даже если бы они его получали, купить провиант в Азове просто было негде. Потому что ближайшая база снабжения, откуда шел провиант, это был Воронеж. Сплав по реке был сопряжен с сложностями, в том числе с грабежом. Поэтому вот жившие здесь люди испытывали острейший недостаток во всем буквально. Общее количество погребений, исследованных археологами Азовского музея-заповедника, превысило цифру 570. А данная цифра является печальным рекордом для археологических исследований на территории нашего города. То есть плотность захоронений здесь превышает один скелет и один квадратный метр. Известно из письменных источников, что условия жизни в Азове Петровского времени были очень плохие. Уже в первую зиму оставленные здесь стрелецкие полки потеряли по 100, по 200 человек от смерти. Несмотря на это, сюда присылали семьи, сюда присылали работных людей, и смертность здесь была огромная. Не случайно ссылка в Азов заменяла смертную казнь. Неожиданной находкой стала раковина каурии. Хотя каурии использовались на протяжении всего Средневековья для украшения одежды, в данном случае в погребении ребенка раковина была положена в качестве амулета вместе с крестом, очевидно, для усиления его защитных свойств.